Дорогие друзья, у меня короткое объявление. Я открыла канал, об этом я уже говорила в своем предыдущем видео на тему Oriflame, что открыла специально для Oriflame новый канал. Пока что он называется ничего оригинального, Аюна Коновалова, только латиницей. Слово Аюна состоит из четырех букв, вторая буква Ю английская, то есть У латинская. Как русское И, как кириллическое И. Вот. Как бы это ни читалось, но, в общем, я следует читать Аюна. Так вот, я хотела сделать прямую трансляцию, но пока не могу разобраться с видеокодером, с настройкой видеокодера, поэтому сниму просто обычное видео и загружу его на канал. Вот, так что переходите на тот канал. Всех, кого интересует тема Oriflame, переходите на тот канал. Там будут обзоры. В общем, как я уже сказала, обзоры, тесты по бизнесу, если я им вдруг займусь активно. Все будет там. Так что добро пожаловать.